Что, простите? Кто-то там по нам стреляет. Серьезно? В смысле, где вы? В доме? До дома? Кто-то по дому кто-то стреляет. Не соседи ли там балуют? Может, соседи балуются. Может, соседи, да. Ты просто знаешь так. Блин, у меня просто костер на кровати это. Костер на кровати? Да. Зачем? Ну я не знаю, он поставился, я думаю, ну почему бы и нет, просто не знал, куда ну, его. Ну отлично, просто у тебя костер на кровати. Тепло зато, да, подогрев. Да, матрас. Да, да. Я туда закину дровишек. И всегда будет уют в моей комнате. Комфорт, как написано. Кстати говоря, реально, что это было? А, админ, наверное, балуется. Или читер балуется. О, на улице кто-то есть. Ты вам это где? Внутри. Внутри? На улице кто-то ходит. Ну. Гранаты закидывай бы в окно. Главное среагировать и вовремя убежать. А, ну видишь, ползет. Крикни, чё шарахаемся там? Крикни. Ага, это ты что ли? Нет. Чё шарахаемся там, а? Ну-ка брысь! Частная собственность! Да с кем там? Не знаю, там по дому кто-то стреляет. Ходит, ну. Так там чувак с это... Ну, стреляет, прикинь. По мне. А, он попал, лол, у меня кровотечение, сука! А, ах ты хуй, какой уродец-то, блин, ты только глянь. Да ну нахуй. Ну-ка, тащи сюда автомат, сынку. Вамп. Автомат у тебя? Нет. Ты походу вообще обдолбанный нахрен. А, мне пофиг. Если ты, мне пофиг. Чё, открой дверь, повеселимся. Ну ты, Лис, вернись, вернешься, если там увидишь, там прям у нас... Ну там, скорее всего, их двое даже. Потому что я... Видел типа. Идите еще. Поубивайте друг друга там, блин. Честно, собственно. Вон он ползает. Лоу, слушай, а дерево-то пробивается реально. Он сквозь дом выстрелил. Открой дверцу свою, пожалуйста. Ой, это мартовского жилиса. Точно. Где он есть-то? Стопнуть хочешь? А вон он где. А, ты сын собаки. Я попал по нему. Чё, меня-то, блин, рикошетите? Я, конечно... Ой, я, конечно, всё понимаю. Но я тут на грани смерти. Чё тебе дать? Мне? Не знаю, какое-нибудь оружие, винтовку... Я в него попал, вот, кстати, и он в меня попал. Вообще, кто хоть? А? А там чувак какой-то полуголый, в труселях, блин. На. Мне пофиг. Я буду стрелами отстреливаться. Каждый день. Он свалил уже, по-моему. Да нет, вон он, его башка торчит. Так вон на третий этаж вылезет и стреляй. Шевелится. Я снова тут. Угу. Иди где-то Лис узнает, кто там по нам стреляет. Где? Ну, возле дома. А, я попал по нему из стрелы, лол. Лол. Окей. Где у вас там? Возле дома? Да, возле дома прям. Ну я далеко, я минут 5 бежать буду. Я беги, там все равно Лёва пока развлекается. Ну, я два раза был в критическом состоянии. Чё у него? На нем, короче, у него антирад штаны, все. И автомат какой-то. Ибо он. Голожопик с автоматом? Голожопик с автоматом. Что-то новое. Что-то новое, да, согласен. Где-то у меня тут было снаряжение в таких случаях.
Вас там двое. А, я его вижу. Видишь? Стреляет, падла. Сейчас я в ответ постреляю. Че, давай вдвоем выйдем, да, это. Покажем, где раки зимы. Руманите и все, о чем. Ты попадаешь? Ну, типа того. Сейчас я его высунусь, блин. Стреляй! Че, он нафига высунулся? Он увидел, что я выбежал? Не знаю. Закрыл дверь со мной? Нет? Нет. Закрой дверь. А какой код у двери? Не знаю. А, точно. Стандартный. Отдайте вещи, плиз, у меня чё? Блин. Посмотрим, где он там тусит. Постреляй в его сторону, просто загородительным. А, не, он меня видит. А, окей. Все, no problem. Черт, я, кажется, в западне. Да, в западне. Тут место. Ну, отдай ему еще весь лут. Еще что-нибудь там сделай. Так ты его подержи, я сейчас уже буду скоро. Бежи, да, беги, да, беги. Он к воде отошел. А, к воде отошел? Угу. Не, по тебя не присылить вместо него. Ты там бегаешь? Да. Сейчас вот увидел. Да. Вон, я вижу, ты на скале. Ты, да? Он, короче, позади меня. Да, вот ты прям... Это твоя снайперская? Прицел, лазерка, прицел, да. Лазерка. Вот он оттуда должен выбежать, куда ты целился. Вон он. Он. Силка просто. Да, дальность далекая. У кого М-ки? Дальность далекая. Пистолет. Я пока руку. Я не попал по нему с такого расстояния просто. Как насчет. Блин, гранат нет. Надо гранат научиться сделать, а у меня есть гранаты. Ты гранаты ты уже умеешь делать. Ты по нему стреляешь? Ну конечно. Ты бы поддержал огнем. Было бы неплохо. Все, он сдох. Точно? Дай ему голову. Контроль надо сделать. Видишь, труп? Да, да, его рюкзак лежит. Понял. Ну, близко. Да, бомжовский спаун. Вот лежит. Где? Здорово. Он сзади. Здорово. Это я, стример. А, ну, привет. Кто это? Подписчик. Стример. Это тот говняный стример, что ли? Убивай его, нахуй. Веди его в гости. Веди его в гости, нахуй. Он что, вооружен, нет? Он нет. Наша команда летсплейщиков приглашает тебя к нам в гости. Ну, Лис, блин, сарказмом же сказал. Не-не-не-не-не, все нормально. Вы летсплей? Окей. Представь себе. Совпадение, да? Я... Здорово. Кстати, за деревом прикольно прятаться. Там просто ребята, может, еще с ними поговоришь, еще кого. Недалеко. Буквально вот за тем камнем. Лис уже пошел его убивать. Вон, давайте я скайп скину свой. Че он говорит, построился рядом? Он хочет свой скайп скинуть. Нет, не надо. Зачем скайп? Если пойдет, на лобное место веди. Будем изгонять его из дома 2. Как он одет хоть? Он бомж, видать, только что убили, или что ходит, дерево долбит. Он сейчас будет орать, твой меня опять убили. А ты где сам делал? Я? Да. Я тебе могу его показать, где он тут бегает. Давай, он, давай. Прям по нашему полю. По нашему? Ну да, вот где... По нашему. А, вот я киллвар... Не, это вам. Это я. Которая к заводу поля, не? Да, 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 да. А, вон, вон, бомжара несется, вижу. Угу. Ну, он бежишь? Бомжара несется. Вон, 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 направо побежал через горы. Да, я вижу. Походу, этот стример с нашими подписчиками живет. Ага.
Главное, сразу по скайп заговорил. Да надо, блин, оно мне. И чё, у него голос детский, нет? Нет, не детский, но молодежный. Или во, а, вот у него дом-то, слышишь? Где? На горе, что ли? Это на дом на горе, его ж не походу. А, you fucking serious? А, не, это какой-то другой. А, о, деревья. Что? Взял, убил. Это другое, это не стример. Подожди. Где стример? Где стример? Лис, ты че, его убил, типа, который в том доме? Это не он, я просто взял, убил. Во, стример, походу, да, добывает ресурсы? Да, это он. Да нет, это я, дерево, блин. Блядь, я сетя не порешил. Где стример-то? Вот, я ничего не знаю, блин, он куда-то... Покажи, где он. Он, короче, вон в той стороне, по моей наводке. Всё, понял. Бля, вам очистить. Я пойду посмотрю на это. Алло, это ты стример? Нет! А, нет, не стример! Блядь, там труп лежит. А он сдох, что ли? Или он спать будет? Не знаю, убей его, проверь. А, вон, смотри, что это красное? Это лазер твой? Лазер мой. А, я твой лазер увидел. Чё-то, ребят, я так много всего добыл, пока я гонял тут с вами. Чё ты там? Вон, смотри, в киллбаре кто-то бегает. А, это зомби, блядь. Зомби киллари. На. Стример! А он сзади кто-то бежит. Где? Yeah. Лазерный прямо... прицел! Уху! Прямо меня хочет сейчас получить по лоб. Где тут был лазерный прицел? Хочу лазерный. Стример! Ой, я слышу, как ты кричишь, ты там. Стример! Стример! Стример, это я, стример, говорит. Здорово, блин, стример. Бля, у меня дробовик, блин, я летсплейщик. Не ужились в одном кампусе. Давайте выясним раз и навсегда, кто сильнее. Кто круче, ну. На, на лобном месте как бы гонять. Вы... Ну да. А вон, вон сзади бегает. Где? Вон сзади побежал, прыгает. Да это Лё. Да это я, блин, уже давно уже был. Он без торса. Может, ну. А, это где стример, сука, стример. Лёва, блядь, признавайся, куда ты его дел. Не знаю. Он самого убил просто. Просто вам об этом не сказал. Ну, я пойду зомбиком развлекусь. Ой, понимаете, вот сука-то! О, вижу голову! Собака! Стример! Стример! Это ты? Кто стреляет? А это кто стрелял? Ой, не, это не стример. Это какой-то другой тип. Ого, сука. Вот ты за это заплатишь мне. Чё за стрельба-то? Пидрила. Чё такое? Ты смотри, может, ты на соседа опять напал? Нет. Это же брошенная, да, часть? Это бомж на меня напал. О, еще один. А, Гранд Леон, блядь. Обрадовался-то как. Ты, кстати... Да вот только что тут на меня напал какой-то СШ-ку. Ты с него чё-то... О, нормально, дерево. Ладно. Э? До тех пор, пока с них падает... Так это тот же самый чувак, которого я только что там порешил. Да? Да, не везет чуваку. До тех пор, пока ты убиваешь и с них падает много дерева, я закрою глаза на твои злодеяния. Стример! Стример! Хватит там орать, чё ты. Это кто вот? Зелёный ход. Да это я, блин, ты заколебал! О! Это ты или кто? Кто? А, это влево. Иди нахрен, а! Застреляй ему ногу, потом спрашивай, кто это. Я тут, блин! Лео! Ты слышишь, как у меня... Хорошо, нет? Как у меня затвор, слышишь это? Нет? Щёлкает. Не, не слышу. Жалко. Я пытаюсь... Стример! Где стример, Лёва? Не знаю. Да, не скажет. Пойдём бегать по всей карте и кричать стример, блин. Да, он вышел уже. Чё. А, ты где? Дома!
Бля, Лёва, где его дом, показывай. Я не знаю, где его дом. Он тебе говорил, в какой стороне у него дом. Он не говорил, в какой стороне, он не говорил, что недалеко. Вон какой-то. Что ты пристал ко мне? Где идет? По зомби это не. Что ты пристал ко мне, Вася? Ну я могу показать, где я его увидел. Покажи, да я все, что лис спугался. Пойдем, лис, покажу тебе, где мы увиделись последний раз. Давай. Где ты там? Давай, давай, показывай. Во, это кто там по лесу? Это зомби, блин. Ну нет, вон смотри, чувак какой-то с факелом бегает. Запарил уже. О, бежит, вон он бежит. Вон он, да. Или это опять СШ-ку? Не знаю. Да он запарил чувака. У чувака зеленые штаны, если что, ну, у которого стример. Зелёные? А это какие? Антирадиновые, что ли? Угу. Чувак уже до дома добежать не может, чтобы закрыться. Сука, быстрый. А ты как хотел? Ты... Вы его из поля зрения не потеряли случайно? Я за ним прямо. Он сидит в домику на скале. Маньячина. Это я со шкью, по-моему, опять. Ты хочешь его убить все равно? Конечно. Стример, ты сейчас к нему подойди, стример, это ты, да опять не... Стример! Стример! А, да это не ты. Да ты не ты. Снова, блин, да ты заколебал меня убивать, блин. Стример, стой. Стой, я то пристрелю, стой. Стой. Я стрелять буду сейчас, честно. Блин, где вы? Стример. Я потерял из виду. Стример, блядь. Хотел сократить. Он дома, что ли, стример? Ой, так это... А, так ты не стример. Так и звук. Там чувак, по-моему, что-то пишет тебе, а ты не читаешь. Нет, он ничего не писал. Нет, имею в виду про стримера, который пишет. А, вот. Опять? Вот! Ты опять! Снова ты! Где? Jesus Christ! Он быстрее стал бегать! Оно учится, блин! Учится, ну. Оно учится, блин! Это я, если что, бегу вот слева от тебя, сзади. Не верь ему. Ой, господи. Почему он появляется возле меня-то? Он, наверное, задается. Чувака плохая. Тем же вопросом задается, наверное. Да, это он. Почему? Давай показывай, где ты видел последний раз стримера. Ага, пошли. Стример! У меня дробь кончается, мам, не подкинешь дроби? Подходи. А ты где? Дробь кончается. Да, в домик на скале. Вот где-то здесь, короче, я его видел. Ты его здесь видел, да? Вон, я прям видишь, куда, в какую сторону смотрю, там домик стоит. Вот там? Вон, прям бегу туда. А ну пойдем. О, точно домик, смотри-ка. Стример! Где ты? Стример, ты тут? Он же стример, давай найдем его стрим на Твиче и посмотрим, где он есть. Точно, ты гений. А я не помню его стрим. А я помню, какашка как-то там, 2005. Какамен, во, какамен. Какамен? Какамен, блин. Или, там кто-то есть, блин. Если быть профессионально деликатным, какамен. Или как, блин, я слушай, тут не получается профессиональной деликатности проявлять чудеса. Там лис периодически маты отпускает, но я думаю, это не беда. Запикаешь, если что. Ну. Да? Ну как сказать, у меня факел сгорел. Охота на стримера. Чё, снова на... Да вон этот чувак, которого убивает, пишет.
Сначала убиваешь 3 раза типа, а потом тебе наскучивает и убивает, ты начинаешь ему помогать. Потом ты тебе начинает. Лист, он тебе хочет прийти уже пару людей? Да.